Республиканской детской библиотеки имени Фирудинбека Кёчарли исполнилось 50 лет. Приуроченное к этому юбилею мероприятие прошло в Международном центре Мугама. Юбилей был организован Министерством культуры и туризма. Республиканская детская библиотека имеет фонд численностью более 250 тысяч книг, насчитывает 20 тысяч читателей и является единственной библиотекой в стране, имеющей свое издание. Детский журнал «Радуга» каждый месяц радует своих читателей новыми номерами. Последний, декабрьский, посвящен юбилею библиотеки. Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Азербайджана Абульфас Караев сообщил, что в будущем году в число издаваемых книг будет преобладать именно детские издания. По указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, группа сотрудников Республиканской детской библиотеки в связи с ее 50-летием была награждена медалями и почетными званиями за плодотворную деятельность в организации библиотечной работы в стране. Поздравил сотрудников библиотеки с юбилеем и генеральный секретарь Тюрксой Дусен Кисеинов. Затем гостям была представлена небольшая концертная программа, в которой выступили ученики бакинских школ и актеры местных театров.